Всем привет, дорогие друзья! С вами Джейк, и мы продолжаем проходить Кредо Убийцы Истоки. Сейчас у нас, когда... Надо поговорить с Хепом, короче. Потому что мы уже уходим с этого места, я здесь все, что можно, я уже отбегал. Ты готов? Путь не близкий. Да. Готов. Уйти отсюда. Мне нужно идти. Еще не всех виновных настигла расплата. Например, того, кого зовут Змеем. Как ты найдешь их всех? Айя напала на их след в Александрии. Я еду к ней. Она хотела повидать брата в Великой Библиотеке. В библиотеке? И просила передать тебе лишь одно слово. Серапис. Серапис? Общий бог греков и египтян. Да. Да, конечно. Ясно. Я не знаю, кто это. И Байк. Твоя борода просто ужасна. Прощай, друг. Да, с этим не поспоришь. Опа! Все исчезло. Первые шаги достижения получены. О, черт! Лейла, тебе нужен еще циклоспорин. Срочно! Что в этом такого тяжелого, что игрушка подзависла прям? Мне что, спуститься? Лейла? Лейла? Вернись! Мы были в анонимусе все это время? Детка! Я тебе не детка. Хочешь привлечь внимание Лейлы? Разозли ее. Я тебя слушаю. Тебе нужно отдохнуть. Анимус не принимает. Я в норме. Ты да, твои почки нет. Прими циклоспорин, пока они не отказали. Да, сестра Джири. Для тебя офицер медслужбы, Джири. Ну, как прошло? Моды на месте. Воспоминания очень четкие. И пусть только Абстерго теперь попробует не взять меня в проект Анимус. Отлично! И кто там у тебя? Его зовут Байек из Сивы. Он мстит за смерть сына. Он заинтересует Абстерго? Началось. Пойми, они вряд ли будут в восторге от твоих методов. Методички не мое. Да, ты скорее их сожжешь, а потом еще попрыгаешь сверху. Впрочем, коматозникам не до того, так что брысь за циклоспорином. Так, завершено обычных испытаний. Последнее из Смиджаев. Я даже не знаю, что это. А ты ищешь циклоспорин? Да-да, нашли. Циклоспорин. Два кубика хватит. Не забудь протереть спиртом. Спиртом, да. Спирта зачем? Оставь мне спирта. Жаль, что не могу помочь. О том, ты очень мне помогаешь. Я думаю о спирте. Пусть даже из гостиницы. К тому же там есть кондей. Нет, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Кровавая гонка, документы. Я не знаю, что это такое. Я вообще не понимаю. Ну, я вообще играю в Ассасин или нет? Я не понимаю, вот, ребят, честно. Вот это для меня новенькое. Я просто делаю, чтобы у меня не появлялись эти значки. Я даже не знаю, что там. Секунду. Майлз Дезмонд Майлз? Его-то я точно знаю, ребят. Да, он тогда первой части. Я его просто запомнил, потому что он и в третьей части был. Ух ты. Изображение. Стоп, ты что? Все
Всего хорошего и спасибо за рыбу, Беркли. 21 марта 2006 года. Лейла Хасан бросает колледж. Да, профессор Мур, доклад о Джейн Эйр я сдавать не буду. Я нашла работу и уезжаю в Филадельфию. А сидеть в аудитории — это не мое. Мама с папой со временем меня поймут. Интересная работа с хорошей зарплатой, еще и рядом с домом. Но вряд ли я буду чаще их навещать. София сказала, что тем, кто так хорошо разбирается в электронике, всегда найдется место в Абстерго. Конечно, в ее секретный проект мне сходу не попасть, но это дело времени. София и ее отец, мистер Алан Рикин, поймут, на что я способна, и попросят меня помочь им в работе над Анимусом. Да, окей. Я это все слушать не буду, я думаю, это не обязательно. А ты вот кто? Так, это Вер. Прочитал случайно Вер. Вер, короче. Понятно. Вернитесь в Анимус. Она здесь бегать может? Я не знаю, что это за место вообще. Приди ко мне днем, и мы пойдем домой. С кем ты говоришь? С мумией Байка. Да, она болтушка. Байк? Это Байк? Вау. Для меня все это в новинку. Давайте пойдемте еще туда. Где мывать, Маш? Черт, мои бумаги тут повсюду. Упс, в них что-то важное? Да, записи об Анимусе. Ну, посмотрим, что у нас на свету. А что, здесь карты вообще упор нету? Ну да, у нас уже тут 21 век, чё. Ладно, не будем здесь много шататься. Надо бы вернуться в Анонимус. Генератор работает. Я молодец. А-а-а. Да, вернуться. Продолжу. Это так круто. Аккуратно. Беспокоишься, да? Спасибо. Возвращаемся в Анонимус. Я думал, здесь этого не будет. Это мы просто вернулись в прошлое и сейчас... должна отомстить за убийство сына и все. Ну такого поворота я еще не ожидал. Ну раз это ассасин, то тут удивляться-то практически нечем. Кредо убийцы. История. Глава вторая. Наверное, бы так бы это звучало. Окрестности Имаю, 49-й год до нашей эры. С помощью магазина вы можете внести разнообразие в игровой процесс, приобретя... чисто РПГ. Мой долг защитить эту... Да-да, твой долг защитить. Желателен 23-й уровень! У-у-у! А где мы? Почему сразу сюда? Ну, если что, всего можно будет потом перемещаться.
А почему вот это не открылось? Посмотрим, что у нас здесь. И дойдем до сюда, чтобы быстро перемещение открыть. В Александрии находится логово змея. Тут живет Айя. Я найду обоих. Пожелательно 23 уровень. Я прислушался к вам и буду качать себе уровень. Сразу накинуться. Все 6 уровня. Грядет буря. Эй, что? Я убью тебя! Да, вот, умри. Да, я, кстати, новые ножички взял. Что? Убью! Лучше не открывать. Да, бля! От меня! А? Нашел! Он поднимается. Стреляй в него. Да куда ты убегаешь? Ты надоел уже. Умри. Да, да как? Вот ты где. Так, идем аккуратненько убиваем его. Я думаю, получится. Я же говорю, получится. Все, красавчик. Зачем мне нести его? А чё тут за буля-то? Что-то я не сразу заметил ее. Я думаю, как раз сюда надо идти. Ладно. Подберем все, что можно. Да, убежище работников некрополя. О, солнышко. Что за... А, ну мне там что-то нашлось, какой-то лук. Который же нахрен не сдался. Да, можно теперь управлять. И лошадь я люблю больше как-то. Вот что вот это за метка? Просто ну по карте этого не покажет. А нет, покажет. Что здесь открылось? А, говно какое-то. Так. Ну, новые локации, неплохо. Все-таки не будем торчать на одном месте. Имао. Здесь живет мой друг Минихет. Возможно, он в храме. Как и всегда. А, вот, вот эта часть, да? И, по сути, я теперь могу ходить открывать местность, да? О, я лучше по сюжету пойду. Что у нас здесь?
Давайте посмотрим, какие задания есть. Задание будем эти позже делать. Я хочу раскрыть место перемещения, если что, на всякий случай. Чтобы ему уже перемещаться было, что ли. Мне кажется, ли это все быстрее бегает, чем мой жираф. Считаю, что быстрее. Это что там? Да успокойся, ты уже останавливай-то его. Пусть бежит. Так. Тут недалеко, кстати-ка. Какое-то секретное что-то место. Я не знаю, почему оно золотым. То под... горит золотым. По-моему, это просто горит золотым. А, это камни. Это так, такие мини-задания. Вот сейчас посмотрите, как это в прошлый раз у меня было. Надо найти такой же узор. Наверное, лошадь это или что-то. Фиг знает. Миджай. Тигр. Могу здесь их три, нет? Ветер поднимет пески. Да, и зачем? Я еще раз, просто он иногда что-то еще говорит. Хочешь узнать, что он будет говорить-то? Миджай служит воле богов. Мы готовы к бою, каким бы он ни был. Но мы боремся только во имя справедливости. Я буду учиться, папа. Буду как ты, воином и охотником. Ты уже владеешь оружием лучше многих людей. Ты станешь хорошим Миджаем, сын. Мама говорит, да умножатся твои победы. Все, все? Богиня-львица, могучий воин. Она мать всей пустыни. Свирепая охотница. Армия фараона готова идти за ней в бой. Да? Ну ладно, я думаю, это все. Это что там, гиены? Опа. Десакранизация, здесь они определенно сильнее, чем были в прошлой локации. Наверное, 10 уровня, да? Но это пока решает сильно. Погнали. Что-то я больше не хочу рисковать. Мне страшно.
Бля, наверное, который раз говорю, без мини-карты здесь не хрен делать. В таких играх. Бля, ну неудобно. Ubisoft, ну зачем вы просто забили на этот радар? Зачем нахрен? Вообще не в кайф гонять, как в Скайриме. Ну смотрите, ну чисто Скайрим. Кажется, я понял, куда мне. А это, наверное, отсылка к какой-нибудь части тоже. Хотя, вряд ли. Ну, может быть. Отсылка к какой-нибудь части ассасинов. Потому что я помню, одна была вот в виде кораблей. Я так в нее не играл. Синхронизация достигнута. Обновление карт. Но прежде чем обновить карту, я хочу посмотреть. Так, вот сумка посвященного. Получить 500 храм и 10 единиц каждого материала. Это зачем? Мне бы вот этот секать бы попробовать разблокировать. И вот, костюм Альтаира. Но это бесплатно, кстати, можно получить. Вы можете получить эту награду в игре. Да? Появился она буквально только что. Так что... Получите 500 грамм. Вы напишите, что это такое вообще. Потому что хрен знает. Я просто не разбираюсь. Награда открыта. Сумка посвящена вашему меню. А что это? Не кисло. Здоровье это прокачали. Найсово! А чё в магазине куплено? У меня нет. Баланс кредитов Хеликс. Так это вот это, да? И здесь я смогу что-нибудь брать теперь. У меня 200. Костюм Альтаира. Да, ну это надо уже здесь получать. Ну да, неплохо. Экономия времени. Драхмы. Я даже не знаю, что это. По 40 этого добавят, да? Не кисло. Так, карта кругов. Камней. Да ладно, это можно вот так, если я хочу игру на все 100% пройти. Потому что я думаю, потом ее... После всего прохождения игры, я думаю ее пройти просто на все 100%. Я даже не знаю, искать ли мне эти круги. Пока что давайте-ка... Я возьму вот это, чтобы у меня вот сейчас было больше. Я хрен его знает, зачем я это все делаю. Карта кругов. Открывается... Местоположение всех созвездий, всех гробниц и... Ну, это такое дополнительное задание, и все. Чё тут еще? А. Я смотрю, я себе вообще прокачал, да? Ну, это, смотрите, правая рука. Это уже левая. Еще две, тогда и будет такой же урон. Да. Хотя хрен его знает. Ну пока все нормально. Я прокачал, что надо и... Да что там еще в магазине-то открыто? Вы мне объясните, пожалуйста, что еще? Набор легендарные луки. Легендарное оружие. И... Да, здесь можно сами купить, если вы хотите все самого. Ну, если у вас, конечно, деньги есть. Прыжок веры. Так, дополнительные элементы разблокированы. Материал, добавленный в ваше снаряжение. Дополнительный элемент разблокирован. 500 драгамов в вашем снаряжении. Ну, я смотрю, это очень сильно надо.
Да что мне там за вопросительный-то знак? Я не знаю, что мне еще тут. Давайте на карту посмотрим. Красиво, да, кстати, правда. Можно я посмотрю? А как мне вот эти фотки все себе сохранять? Кто знает? Просто я бы вот реально такую фотку просто на обои бы поставить. Они плохо добавили люди, что можно вот свои фотки делать. Вот это Ubisoft, вот вы молодцы. Так. И что теперь еще делать можно? Теперь доедем до туда. Ты кто? Смотрите-ка, тут чувак. И мне почему-то именно на него. Чего происходит? Он все время мне почему-то туда показывает идти. Это что сейчас было, ребят? Это что за чудеса-то? Ну, возможно, мне туда надо идти, потому что это странно, кстати. Держимся вместе! Сдохни, тварь! Я лучше побегу. Да бля, беги! Мне страшно! Они с огнем играют! Гиза! Да иди ты нахрен! Куда тут стрелять-то? Я, ребят, я не умею... Я не умею с вами драться! У меня такое желание появилось разорвать в клочья. Голыми руками. А вот он. Что? Эй. Тебе здесь не рады. Твое время вышло. А вот и ты. Я снес совсем немного хп, это как? Я просто другим словом не знаю, как это назвать. Да, тут что-то есть еще. Полезем, посмотрим, что там. Быстрее, ты можешь это все делать? Я понимаю, что это где-то снизу, но я сначала залезу выше. Давайте вот так подрезим.
потому что где-то... Спускаемся. Я не думаю, что здесь кто-то есть еще. Гробница. И задание у меня. Найти древнюю табличку. Так, хорошо, найдем. У меня всегда так хорошо получается эти таблички искать. Так, будем искать. Да твою ж мать! Как мне искать эту табличку, если у меня уровень такой... нищебродский. Пусть научат меня искать ее. А вот и гробница, только один вход. Стоп, один? А тогда почему... А, ну да. Да ты надоел уже, останавливайся. Сейчас просто по башке тебе сам дам уже. Просто останавливается. Ну почему? Ветер крепчает. Хорошо. Так, еще раз идем. Так, ладно, меня никто не должен видеть. Я просто уже не знаю, что делать. Придется так только. И где-то здесь уже искать таблички. Я даже не знаю, что я подобрал. Еще раз. О чем? Вернуться поскорее. Так. А что, не надо это было? Так, это мне по сути не сильно надо. Определенно мне туда. Вот чувствую. Только вот как? Табличка. Табличка-то я помню, как она выглядит. Она такая здоровая. По-моему, вот это даже. О.
Можно пойти узнать, кстати. Продолжайте погоню! Я убью тебя! А? Нашел! Устает, да? К оружию! Тревога! Ай, да! Нет! Не стыдно убивать такую слабую жертву! Как же тяжело, когда не можешь их убить. Я думаю, ладно, ребят, давайте на этом закончим. И так долго уже. Еще сколько я раз умираю. Поднимается, сука. Ветер и песок. Я-то попробую еще как-нибудь с ними разобраться, а пока на этом все. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, контакт, добавляйте друзья, комментируйте, ставьте лайки. И всем до скорой встречи.